Известно ли вам, дармоеды, что на свете есть множество ребят, которые попусту теряют время? Вот мы и должны это время подобрать и взять себе. Учительница пения, дормифасоль, вывелась терпения, соль по миреду. Кажись, полный. Что же это такое? Наверное, я еще сплю. Ну, конечно. Ну, ладно, ладно. Довольно кривляться. Иди, иди отсюда. Здесь школа, здесь дети, понимаешь? Тихо, Наташа. Ну, иди, милый, иди. Дело в том, что Петя очень способный. Ой, способный. Но крайне неорганизованный. Очень много времени теряет. Я ж не поговорю, я приму меры. Пожалуйста. А не могли бы вы мне дать? Пожалуйста. Как научить ребят дорожить время, ценить свои минуты и часы? О, это очень просто. Всем ребятам купить ручные часы, сказать им их цену, и тогда все ребята будут свои часы ценить. До свидания, детки. Ребята в класс.